Анна Демірполат – сімейний системний психотерапевт, юнгіанський консультант, арт-терапевт, психолог проєкту Life Changer, що допомагає сім'ям, які опинилися в кризовому стані. Так, зустрічаємо нашого ранкового гостя. Доброго ранку вам. Ну, перше питання, дякуємо і взагалі дякуємо за те, що дістались нас, тому що на вулиці дійсно страшна погода трохи. Отже, вчимося сьогодні любити понеділки. Але спочатку, чому він нам так псує настрій? Ну, наче ж початок тижня, маємо взятися нових сил, щоб на тиждень розібрати їх там, створити щось нове. От чому ми їх так не любимо? Ну, на самом деле, исследователи действительно проводили опрос людей, кто же любит, кто не любит понедельники. Действительно, большинство людей их не любят. Хотя, на самом деле, самый сложный день считается среда. Потому что именно тогда уже, да, то есть накапливается какое-то количество дел, которые нужно выполнить. И кроме того, уже понимание есть, что их нужно закончить, да, то есть и при этом успеть еще и отдохнуть потом. Вот. Но давайте так, возьмем сначала вот по названиям, да, все-таки. Понедельник, что он значит? Что бы там название скрывается, да, это после недели. Неделя, неделание, да, то есть в древние времена, еще языческие, до принятия христианства, так называлась неделя, да, то есть когда ничего не делаем, отдыхаем. И суббота по названию тоже, кстати, значит шаббат, она переводится с иврита, как покой. То есть отдых и покой. Но тогда у нас как бы на неделе, а все остальные дни, вот если посмотреть, да, вторник, среда, они имеют свое название, исходя из цифр, да, какое по числу день недели какой. Вот. Ну, то есть, что значит? Что мы хорошо должны отдохнуть в субботу, покой, в воскресенье, неделание. Однако сегодня у нас такой темп и ритм жизни, да, что мы даже не даем себе возможности, иногда сейчас очень много тем таких поднимается, про то, что отдыхать это просто прокрастинация, лень это очень плохо, и постоянно, да, то есть какие-то статьи про то, как справиться с ленью. В то время как люди действительно не обращают внимания, не дают себе вот этой паузы, чтобы заметить, а где же я вообще-то в этом всем потоке жизни, для того, чтобы остановиться и подумать о себе. То есть пролетают субботы и воскресенье незаметно, мы не отдыхаем и, естественно, входим в новый ритм, опять же, уже уставшие, не готовы. Постоянно у нас питання, в выходные взагалі були? Да. Тому що інколи залишаємо на вихідні майже всю роботу, тому... Да, щоб виконати якісь плани, задачі, то есть вот все, субота, воскресенье, все сделаем. И как бы человек находится в такой прострации, да, то есть у него постоянно в голове много очень задач, много очень дел, которые держатся у него в голове. И тогда, если уже говорить про какое-то изменение, чтобы все-таки понедельник, ну так, недели, давайте, что изменить, чтобы понедельник не был таким страшным, каким он сдается? Конечно, говорится о том, что должна включиться какая-то осознанность. Да, то есть понимание, что вообще со мной будет происходить на этой неделе. Тогда все коучи сегодня знаменитые, да, то есть, ну и в принципе, люди делового мира, они, конечно, предлагают планирование. Причем, если говорить, смотрите, вот, если когда детки учат английский язык, они начинают Sunday, Monday, то есть начинают именно с воскресенья. Кстати, Sunday и Monday, если переводить их тоже с латинского, по-моему, языка, то Sunday начинается солнечный день, да, то есть считается, что воскресенье это именно день активности в других направлениях. Есть везде индийские направления, расшифровка одни недели по-другому. И именно солнце является символом активности, начала активности, жизненной энергии, подъема ее. Поэтому, если вы хотя бы что-то чуть-чуть начнете, что вы хотите делать в понедельник, именно в воскресенье, то вам уже будет легче входить в понедельник, соответственно, да? Что же можно начать уже в воскресенье? Несмотря на то, что, конечно, там должен был запланированный отдых, но хотя бы выделить себе час времени на планирование и подумать, да, что меня будет именно ждать на этой неделе. Причем для того, чтобы, так как задач очень много разных, да, у нас они бывают нам приятные, неприятные, какие-то, которые уже давным-давно нас ждут, да, рекомендуется все-таки начинать с приятных задач. Причем с таких, которые... Добро, добро. Потому что они будут поднимать вас в жизни энергию, да, психологический настрой будет позитивный изначально. Но приятные задачи, какие они могут на эту неделю? То есть у человека, естественно, должны быть какие-то встречи, да, то есть какие-то занятия. Могут быть занятия спортом, которые нравятся, которые приносят удовольствие. То, что мы постоянно любим, начинаем заниматься спортом с понедельника. Да, то есть вот, конечно, вот с понедельника начинается, естественно, все не начинается с понедельника, и все рушится. Все начинается с наступного понедельника, и каждого понедельника это наступный понедельник, и
наступний, наступний і так далі. Да. Так, і от смотрите, ощущення какое. Ведь на самом деле понедельники не любят те люди, у которых действительно жизнь уже стала некой такой рутиной, правильно? То есть она не осознается, какая она, что я получаю от этой жизни, да? Тогда, когда, если я спланирую, что у меня обязательно кровь из носу, да, то есть что бы ни произошло, у меня запланировано. Кстати, я очень рекомендую, действительно, настоятельно сегодня говорят о том, что необходимо вести определенные дневники. Их много очень разных, но для того, чтобы действительно ощущать и понимать, что у меня обязательно это придет, например, я веду свой дневник, я некоторые уже события, которые у меня будут, даже себе не смотрю, могу не записать дневник, потому что настолько они уже четко стали в голове, да, что я знаю четко, что туда на это время ничего не попадет. Но если люди только начинают свой, как бы, такой, включать свою осознанность своей недели, то желательно, чтобы они указывали в этом дневничке, да, в своем, что у меня в понедельник, среда, там, в четверг или какой-то даты, я, например, иду там куда-то, да, то есть у меня какие-то встречи, которые мне приносят определенное удовольствие. Это спорт, это какие-то занятия, это все что угодно, да, все, что необходимо. На втором месте должно быть то, что полезно и то, что меня будет развивать. Да? То есть тогда, когда я это все запланирую, да, и дальше уже все остальные дела, ну, в общем, очень много различных способов планирования, это уже пусть люди посмотрят. Да? Самое главное, что начинаем с приятного и потом полезного и приятного, с чего я хочу развиваться. И что получается в результате? Я в воскресенье ложусь спать, да, то есть я уже думаю, что о, в этой неделе я знаю, что я буду сейчас чувствовать немножечко лучше, потому что я должна вот это выполню и буду себя определенно комфортно чувствовать, правильно? То есть у меня будет насыщенная неделя, и я даже с ощущением такого удовольствия, немножко знания, что в ней произойдет. Ну, і задоволені входимо в понеділок, так? Давайте перейдемо до метафоричних карток, бо я їх пам'ятаю, я дуже хочу вже спробувати. І ще коротко, да, є такий автор, правда, не пам'ятаю його названня, написав книгу «Магія утра». Угу. И вот для того, чтобы утро было хорошим, конечно, с вечера тоже хорошо бы его уже начать. Тогда, когда вы ложитесь спать, очень здорово действительно сделать какие-то некие такие практики, за что этот день можно было поблагодарить, например, воскресенье, а может быть вспомнить даже неделю, ну вот что вспомнится, да? Поблагодарить за какие-то события. 5, например, событий, за что я могу поблагодарить этот день. 5 людей, за что я могу поблагодарить в этом дне тоже, воскресенье, да, например. Или 5 каких-то вещей, за что я могу поблагодарить себя. Вот, то есть, чтобы заснуть в хорошем таком, хорошем настрой, да, ну, плюс то, что мы уже напланировали, естественно, уже будем себя чувствовать лучше. И когда просыпаемся утром, есть такая вот рекомендация, я очень тоже рекомендую, сама этим пользуюсь, да, должны быть обязательно определенные какие-то утренние ритуалы, которые вы очень любите. Что такое ритуал? Ритуал – это то, что нам дает определенный уровень безопасности. То есть это то, что повторяется, это то, что нас включает. Например, это какие-то минуты тишины, посмотреть в окошко, да, то есть, например, 5 минут там вдохнуть воздуха. Может быть, кто-то занимается медитация, небольшая зарядка или еще что-то, да, то есть или вкусный какой-то там завтрак или мой любимый кофе, например, на утро, да. Вот, то есть какая-то практика, которая у вас каждый день проходит, да, и, конечно, все это вместе, это про то, что надо начинать включать свою осознанность, да, то есть то, что все-таки, если я посмотрю, например, на что-то, то, что сегодня происходит с позитивной точки зрения, с некой такой, а что мне это может дать, что мне может принести хорошего, то тогда я с лучшим настроением начну этот понедельник. И вот чем я принесла сегодня метафорические карты, то есть это как пример, то есть который можно использовать. На самом деле все, что угодно может стать этой метафорической картой, картинкой, которую вы можете использовать. То есть, например, сегодня дождь, да? Все, о, дождь, да, какой кошмар. Не, ну, может, кто-то не любит дождь. Да, да. А лобильщик. Да, но дело в том, что если посмотреть, вот что такое дождь, да, что, как работают метафорические карты, на них изображены определенные картинки. И когда я на нее смотрю, у меня возникают какие-то определенные ассоциации, и я могу подумать, вот что это для меня в сегодняшнем дне? Что может дать мне сегодняшний день, сегодняшний понедельник? Если, например, дождь, то что может дать такого здорового такого дождь? Что он вообще такой? Что такое дождь? Дождь, да, это возрождение, это зарождение жизни, это чего-то новое. Ага, для меня сегодня может начаться что-то новое. Как вариант, да, то есть посмотреть в небо, посмотреть в окно, посмотреть, что вы видите на улице, и себе задать вопрос, что это для меня. Ну и метафорическая карта. Предлагаю вам вытянуть и попробовать увидеть, что же для вас сегодня ждет вас в понедельник. Именно для вас. Вы помните, это не гадание, просто ассоциации, на которые для вас, вот на них что-то такое, да, что может говорить о том, что для меня это будет то-то. Вытягивайте. Это працює на ассоциациях, так? Да. Я ось на цю дивлюсь. Так. Вау. Що випало? Показую. Так. Так, показую вам, що у мене, не знаю, чи побачите. Танечка, скажи, що бачиш на ній.
Так, ну людину, так, яка майже, ну я б сказала, тримає все. Тримає все, а що все? Здається, в нашому дуеті у мене зір поганий, що ти там не можеш роздивитися. Я не можу просто зрозуміти, що це може для мене означати. Ну це так, смотри, людина, яка відкриває руки і тримає все, наповняється множеством всім. Що це може значити для тебе от сьогоднішній понеділок? Тримати себе в руках урівноважено, я думаю. Тримати всі справи в ладу, тому що, ну, під контролем, от. Тримати все під контролем. Тобто у тебе це виходить, обично? Інколи так. Ну смотри, наверное, скорее всего, какая-то часть из 100% вещей у тебя точно получается. Вот примерно там 40-30% все-таки что-то получается. Скорее всего, сегодня у тебя есть такой потенциал. Ну ты можешь об этом подумать, да, как это у меня всегда раньше получалось, и как я могу теперь сегодня это сделать. Так, отже, сьогодні я планую максимально свій тиждень і тримаюся під контролем. Так, тепер ти. І я? Спробуй. Я, так. О! Здається, це точно ти. Так, тут... Але ти не родий. Людина на дереві. Тобто, можна буде, дивіться, тут схрещені ноги у нього насправді. Це, як ми знаємо, ну, знак неправди. Тобто, я сьогодні можу трошки розказувати людям якісь казки, і мені повірять. Але не в ефірі, я думаю. Не в ефірі, так. Це, що я розповідав про ультрафіолет, це правда, це не казки. Ну, насправді, тут дуже позитивний хлопець, тому я думаю, що сьогоднішній день буде для мене наповнений тільки позитивними емоціями. Я думаю, ця картка означає, що дощ тобі сьогодні настрій не зіпсує, ти будеш сьогодні максимально позитивний. І тут ще є котик, тому я можу сказати, що сьогодні біля мене буде якась киця. Вот, видите, ці карточки немножко піднімають настроєння. На самом деле, дуже багато говорять, що головне не банк, точніше, не счет в банку, а емоціональний банк, який ми вміємо в себе, да? Тобто вміти підняти своє емоціональне состояние. Дякуємо вам, дякуємо за поради. Я думаю, можна вдома познаходити в інтернеті якісь класні фотки, картки і роздрукувати, і собі так зранку піднімати настрій, особливо в понеділок. Анна Демірпулат, психолог, сьогодні була у нас в гостях. Тепер, я думаю, всі, хто не любив до цього моменту понеділки, тепер знає, як правильно їх полюбити, що як правильно їх планувати з неділі.